Требования безопасности по содержанию и эксплуатации детских игровых площадок. Это тема семинара, который включает в себя сразу два этапа – теоретический и практический. Для второго инспекторы Госавтотехнадзора вышли на детскую площадку, чтобы воочию увидеть, как необходимо проверять детские игровые комплексы. Понятно, что везде, в любой организации есть вновь поступившие на работу. Вот, люди, которые еще мало какие-то знания имеют, другим необходимо обновить, потому что законодательство меняется. Поэтому занятие, которое мы проводим, оно дает людям все-таки больше знаний для приведения в порядок вот именно детских площадок. Площадку для занятий выбрали в непосредственной близости от территориального отдела Госавтотехнадзора. Она совершенно новая, сдана в эксплуатацию в этом году. Но даже здесь были выявлены недочеты. Болтик выступает наружу. Его можно пощупать. Он как раз вот, чтоб удариться ногой, что может привести опять же к травме. Руководство Госавтотехнадзора уверяет, что в Подмосковье практически нет ни одной площадки, которая полностью соответствует всем требованиям. К сожалению, это происходит из-за отсутствия государственных стандартов при проектировании и изготовлении игровых комплексов. С ноября месяца следующего года вступает в силу технический регламент Таможенного союза. Там, где все прописано и все ГОСТы, которые имеются у нас по детским площадкам, будут иметь обязательное исполнение. Также безопасность игровых площадок зависит от их содержания. Поэтому на семинар были приглашены сотрудники эксплуатирующих служб. Потому что на те нюансы, на которые обращают внимание специалисты, они очень важны в части безопасности, но не всегда сотрудник эксплуатирующей организации даже о них знает. Вооружившись рулетками, протоколами и маршрутными листами, инспекторы совместно с представителями обслуживающих компаний отправились в путь. В этот день в поле зрения надзорных органов попало 40 городских детских площадок. Для нас, как для отдела, это все-таки больше семинар идет в помощь, потому что разово такое количество сотрудников, которые осмотрят 50% площадок, размещенных в городском поселении Видное, это хороший будет коэффициент. По каждому из нарушений ответственная организация получит предписание на приведение детских объектов в безопасное состояние. На устранение всех недостатков будет предоставлен месячный срок. Елена Бабина, Алексей Руднев, Ольга Садовская, Видное ТВ.